19-20 октября будет 26-й чемпионат Санкт-Петербурга. Самое масштабное региональное событие. А через неделю будет 25-й чемпионат России. В этом сезоне у меня стояла цель сделать форму на уровень выше, качественнее и сделать ее достойной команды Пюрпрота. 7, 8, 9, 10, можешь больше, 11. Володя Борисов спрогрессировал очень здорово. Первый раз я его видел год назад на чемпионате России в Казани. Он выступал до 80 и был не настолько доведен, не в таком рельефе, как уже сейчас за неделю до Арнольда. Молодой парень, классный потенциал. Думаю, у него, в принципе, большое будущее, если он будет продолжать в таком же духе. Видно, что он прибавил практически 10 килограмм за год. Это редко кто так добавляет. Это опять говорит о его хорошей генетике. Изначально любой человек, он же идет заниматься борьбой, боксом, гимнастикой. Не для того, чтобы бегать с космической скоростью, потому что он еще не думает об этих рекордах. Просто человек хочет быть сильным и здоровым. Кайф от этого может понять только человек, который прошел. Когда ты строишь себя. Это возможность проверить свою силу воли, продемонстрировать весь свой потенциал, который ты накопил за все годы тренировок. Я надеюсь, что Володя дойдет до пика, еще есть как улучшиться ему, именно вот со спины рельеф, чтобы дошел, и вот его генетическая одаренность, которая есть далеко не у каждого, все-таки позволит на равных соперничать с лучшими в мире, кто приедет на Арнольд Классик. Двойной спереди. Вперед, ноги, вперед. Вот. Ноги, левую ногу. Хорошо, отлично. В прошлом году номинация «Бикини-фитнес» привлекла очень много участников. Билеты кончились, а очередь на улице еще. У меня не бывает таких периодов, когда я не тренируюсь совсем. То есть я не даю себе там месяц отдых. Период подготовки, допустим, да, к соревнованиям, это 7 недель по 2 часа примерно. То в обычное время, в межсезонье, как это называется у спортсменов, это где-то, наверное, 5 дней в неделю по часу, полтора. Спиной? Сразу с прогибом, да? Другим боком. И вперед. Светлана, я с ней стал сотрудничать не так давно. Она попросила помочь ее подвести к соревнованиям на чемпионат мира, который был в Киеве вот в середине сентября. Она заняла 5-е место, да, на чемпионате мира, хотя проиграла всего 1 балл 2-му месту. То есть 4 девчонки были с разницей в 1 балл всего. Так что я считаю, что прогресс очень хороший, и я думаю, на Арнольде все-таки она за троечку поборется. Конечно, хочется ехать за победой, но я скорее реалист, я не хочу загадывать, не хочу уехать с мыслью о том, что все там, только я и больше никто, потому что когда в итоге ты становишься не первая, то потом очень-очень обидно становится. То есть я еду за тем, чтобы посмотреть, как меня оценят, ну и, конечно же, хочется занять высокое место. Так, на одних огурцах. Это за счастье, да? Да. Огурцы кажутся сладкими. Самое сложное в подготовке – это сушка. Процесс обделения себя едой. Особенно буквально последние пару недель до старта, когда уже вырезаешься полностью от углеводов, и также начинаешь себя вводить в рамки по воде. В этот момент уже мало что чувствуешь, мало что понимаешь, но цель превыше всего. Ну, допустим, если спортсмен там, тяжелого веса предполагает выступить в категории 110, он должен набрать где-то 120-125, а то и 130 килограмм, и потом скинуть вот это, чтобы оставить качество. Последние несколько дней дорогого стоит. Главное, в обморок не упасть. А что за? Совсем терпеть нельзя? Или можно? Иногда просто в обморок. А воды пока нормально пьешь сегодня? Да. Ну что, надо терпеть осталось. Особенно, когда за рулем сидишься. За рулем, да, надо аккуратнее будет. Тот, кто вытерпит, тот и становится чемпионом. Форма, в принципе, у всех достойная. Соответственно, бояться как бы нечего, надо просто по максимуму себя показать, что сделали за год. Легкость, улыбка, артистизм, это все передается судьям, на них это тоже влияет. То есть просто надо сделать хорошее шоу. Все. Давай, надо биться. Как говорится, ни пуха, ни пера. Ну, к черту.